Серые стены подстанции на Лукашевича украшают граффити и надписями. С одной стороны будет изображена женщина-медик и сердце, с другой – врач. Автор проекта – омский художник Дмитрий Трипов. По его словам, это первый сольный проект. В целом, я думаю, каждый человек понимает, что большинство из нас живы сейчас только потому, что врачи хорошо работают. И, в принципе, это их заслуга. Поэтому почему бы не посвятить им стены и в целом уделить больше внимания. За основу брали фотографии реальных людей. Затем с помощью специальной компьютерной программы разбивали изображения по оттенкам, чтобы легче было перенести на стену. Нам крайне приятно, что подвиг наших медиков находит отражение в виде форм современного искусства. И граффити, оно привлечет внимание не только людей возрастных, но и прежде всего молодежи. Все эскизы и место расположения граффити согласовывались с администрацией города. Данное граффити появилось благодаря инициативе мэрии и Омскэлектро. Ребята, которые откликнулись, мы их знаем по проектам, которые и на Соборной площади, техническая подстанция, и прекрасно на Левом берегу же Либеров, которые они сделали. Ну и вот теперь вот этот подарок для нас, всех омичей, верить и радоваться и гордиться за наших врачей. Площадку для творчества предоставила одна из ресурсных организаций. Фасад данной подстанции был подготовлен для ребят-художников. Подготовлено полотно для выражения их творчества. Теперь данная подстанция будет не только иметь косметический ремонт, но также на ней будет нанесено достаточно оригинально красивое цветографическое изображение, отражающее благодарность медработникам нашего города. Граффити-художники пообещали закончить проект на выходных. Ирина Сорокина и Сергей Пайхалов, Антенна 7.